Всем привет, с вами Иван Жданов. Сегодня 22 июля, 149-й день войны. Вот самое важное к этому часу. 1500 российских солдат отказались воевать. Путин остался без шпионов в Европе, а Британия анонсировала новые поставки техники Украине. Бастрыкин требует осудить Хельгу Пирогову. Медведев посетил военный госпиталь, а Байден заболел коронавирусом. Начнем, как обычно, с фронтовой сводки. Ситуация на фронте остается без изменений. На востоке российские силы каждый день атакуют украинскую оборону в районе Северска, Солидара и Светогорска. Отдельно отмечу, что за прошедшие сутки путинские части штурмовали Углегорскую ТЭС. Об этом пишет украинская сторона. Усилились обстрелы Харькова, и активность российских войск в целом на этом фронте тоже усилилась. Они даже пытались перейти в атаку, но были отброшены. Конечно, с политической точки зрения Харьков выглядит для них важной целью, и я не исключаю, что Путин может потребовать взять город, но не похоже, что у него что-то вообще выйдет. И вот уже две недели продолжается так называемая пауза, но нужно не забывать, что на фронте воздух заряжен, там постоянное напряжение. И этими разрядами убивают каждый день людей. И с той, и с другой стороны люди продолжают гибнуть. Так что не нужно обращать внимание на то, что вот какая-то пауза. Там продолжаются смерти. Бои продолжаются, это отлично показывает карта Reuters. На ней журналисты собрали все интенсивные сражения с 6 по 12 июля, проанализировав спутниковые снимки пожаров. Как видите, даже на давно стабильном Запорожском фронте немало красных точек. В этих напряженных боях все так же главную роль играет артиллерия. И теперь украинская армия значительно меньше отстает от российской. Интересные кадры сняли российские пропагандисты. Здесь явно потерянная позиция украинцев, и мы видим активно-реактивные снаряды натовского калибра 155 мм. Это специальные дальнобойные снаряды, которые летят не только за счет энергии выстрела, но и с помощью небольшого реактивного заряда. Такие дальнобойные снаряды, как и «Хаймарсы», помогают украинским артиллеристам продолжать убивать, уничтожать цели в тылу. Российская артиллерия тоже атакует цели далеко за линией фронта. Но эти цели чаще всего выглядят вот так. Это школа в городе Апостолово, вот, Днепропетровской области. Ее недавно отремонтировали. И вот теперь она разрушена. Российская пропаганда, конечно, пишет, что там находился штаб ВСУ. Однако хорошо сейчас каникулы, и школьников там точно не было. Еще одна школа вчера была уничтожена в Краматорске. Сейчас там разбирают завалы, найдены тела уже троих погибших. Поразительное варварство, конечно. А вот про что пропаганда не расскажет, так это про специальные тюрьмы для солдат, отказавшихся воевать. Журналисты в Верске собрали большую статью о российских отказниках. Они выяснили, что как минимум 1793 военнослужащих отказались от участия в войне. Причем 234 из них удерживают в Луганской области в импровизированных тюрьмах, то есть подвалах и гаражах. И вот смотришь на эти фото, и кажется, будто это снято где-то в Африканской республике или в Сомали, может быть, в Афганистане. Но нет, вот так держат своих же солдат в российской армии в городе Брянка Луганской области. И с одной стороны, конечно, лучше вообще туда не попадать. Но даже если вы попали вдруг на фронте, то, конечно, лучше быть... Ну, наверное, даже в этом подвале, чем быть просто убитым в преступной, абсолютно агрессивной войне. Российская армия, конечно, пытается восполнить свои потери в живой силе за счет добровольцев и в технике за счет старых машин, снятых с хранения. Но украинская армия пополняется за счет западных поставок. Великобритания анонсировала передачу 20 САУ М109 и 36 гаубиц Л-119 калибра 105 мм. Кроме того, уже отправлены 6 установок «Стормер», которые несут зенитные ракеты «Старстрик». Также, конечно, британцы посылают тысячи снарядов и сотни ракет. Боеприпасов должно хватить.
Да, кажется, что немного, но потихоньку эта техника накапливается. И вот Минобороны России сообщают, что уничтожены установки «Хаймерс», но как раз разведка США сообщает, что ни одной установки пока не было уничтожено, поэтому техника все накапливается, ее становится больше, уничтожают ее мало, и в целом это, конечно, хорошо. А президент Байден заболел коронавирусом. Болезнь проходит легко, сам Байден говорит, что отлично себя чувствует. При этом в Телеграме РИА Новости аж 5 новостей на эту тему опубликовали, в том числе письмо его лечащего врача. А почему же государственные СМИ не рассказывают российским гражданам про здоровье собственного президента? Вот опубликовали бы отчет. Сегодня Путин искупался в ванне из оленей крови. Ему полегчало. Все какими-то окольными путями приходится выяснять. Европа сейчас готовится жить без российского газа, но вот Венгрия, наоборот, хочет увеличить его поставки и закупить еще 700 миллионов кубометров. Лавров сказал, что Россия незамедлительно рассмотрит эту просьбу. Конечно, ведь России очень нужен союзник внутри ЕС. И к слову о союзниках, вернее о марионетках. Глава приднестровского МИДа в интервью РИА Новости заявил, что власти Приднестровья все еще планируют присоединиться к России. Этот сценарий может быть опасен для Одессы. Российский генерал Миникаев еще в апреле говорил, что одна из задач российской армии – это полный контроль над югом Украины и выход к Приднестровью, где якобы тоже притесняют русскоязычное население. А вчера журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники писал, что в начале следующего года Россия может начать масштабное наступление как раз в эту сторону, но далеко не факт, что оно будет успешным. Вот еще одна новость из Европы, которая, я уверен, очень расстраивает Путина. Глава МИ-6 заявил, что путинская разведка в Европе сократилась вдвое. Оттуда изгнали более 400 шпионов. Вы спросите, что это за разведчики такие? Это дипломаты, вот эти вот из посольств. Нужно понимать, что все посольства, они просто завалены до упора всеми этими шпионами, которые только и делают, что занимаются сбором какой-то информации, которая в целом бесполезна, но тем не менее это в чистом виде разведка. А то, что с начала войны эта разведка уменьшилась, ну, можно судить даже по наружному наблюдению, которое было за многими сотрудниками, явно его стало меньше, но оно все равно остается. Конечно, война – это не только шпионаж за границей, но и борьба с инакомыслием внутри страны. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой. Она находится на 4-м месяце в положении. Другие депутаты написали на нее донос из-за твита о войне. Вчера ее задержали и составили административный протокол о дискредитации армии. И вот теперь Хельге грозит уголовка. Конечно, нужно понимать, что Бастрыкин это просто такой особо пьющий, фашистствующий там руководитель один из нашего государства. И уже нам сообщают, что уголовное дело на Хельгу возбудили. По части первой статьи о фейках ей грозит до 3 лет тюрьмы. Генпрокуратура впервые объяснила, почему нельзя использовать слово «война» в контексте Украины. И далее цитата. «Объявление войны предполагает наступление таких последствий, представляющих общественную значимость, которая затрагивает широкий круг общественных интересов в социальной, в экономических сферах. Ну а то, что происходит сейчас, конечно, вообще ничьи интересы не затрагивает. Вообще тема не важна. Знаете, там люди не гибнут тысячами на фронте, экономика не рушится, цены не растут». Вот только магазинам почему-то разрешили бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности. Сейчас такие товары проще списать, чем отдавать бесплатно, поскольку там платишь налоги. Но в Минпромторге посмотрели на падающие доходы людей, посмотрели на драки бабушек возле мусорок с просрочкой и отменили налог. На пляжах Туапсе администрация напоминает о войне и включает патриотические песни в ее поддержку. И правильно, даже во время отдыха нельзя забывать, что путинская армия каждый день убивает мирных украинских граждан. В эти летние мирные дни мы помним о солдатах и офицерах, которые, не жалея себя, выполняют боевые задачи нашей великой Родины. Друзья, давайте морально поддержим.
поддержим наших защитников. Пусть знают, что мы их очень ждем с победой. А Медведев съездил в военный госпиталь и устроил реальный допрос раненым солдатам. Плечо? Давно уже? Нет, 5 дней. Вы вам что-то оперировали или? Да, конечно. Как же он хочет казаться крутым. Подходит, ну чё, а ты чё? А ты чё? Вот единственный его вопрос, который он может задать. Ну, что-то про судный день, правда, ничего не говорит. Тем временем телеведущий Сергей Брилев заявил, что окончательно ушел из программы «Вести в субботу». Сам пропагандист объяснил свой уход новой работой. А я напомню, что наша команда еще в 2018 году рассказала всем на удивление, что у Брилева британское подданство. Его тогда выперли из совета при Минобороны. Но это не помешало ему дальше рассказывать россиянам о загнивающем Западе, в котором он несчастный живет и страдает. Ведь статус иноагента выдает не владельцам британских паспортов и домов, а тем, кто говорит правду, а таких, как Брилев. Из России продолжают уходить западные компании. В этот раз об уходе объявила табачная компания Philip Morris. Она продавала в России парламент, Marlboro, стики для Айкос. Можно было бы порадоваться, что россияне станут меньше курить. Но нет, они продолжат курить, просто все худшего качества. Также свой бизнес в России продали производители виски Jim Beam и Macallan. Ну вот такими темпами из-за войны на прилавках реально останутся только Беломор и Бояра. Поддержите это видео. Если вам нравятся наши новости, то поставьте лайк, напишите комментарий, любой, напишите свои мысли об этом. И, конечно, подписывайтесь на наш канал. В 19 часов стрим. Мы увидимся с вами завтра, когда выйдет наша итоговая передача «За неделю военное положение». Увидимся.